У нашым наступным матэрыяле таксама прыклад жыццёвай стойкасці і супрацьстаяння цяжкай хваробе. У гомельскім кінатэатры «Кастрычнік» адбыўся прэв'ю-паказ расійскага драматычнага фільма «Часовыя цяжкасці». Кінастужку, заснаваную на рэальнай гісторыі, гомельскім гледачам прадставіў наш зямляк, прадзюсар і сцэнарыст карціны Георгій Малкаў. Падрабязнасці у Паўла Міхно. Режиссер Михаил Расходников выпустил у свет вельми кранальный, смелый и натхняльный фильм драматичного жанру, побудованный на реальной истории российского бизнес-консультанта Аркадия Цукера, народженного с тяжкой формы ДЦП. День картины отбываются 80-е годы минулого стагодия. У центра сюжета лёс хлопчика Саши, який насуперок своей тяжкой хворобе смог стать поспяховым человеком. Однако это фильм не только про житё хлопчика, его сенс куды больше глубокий. Для нас это история отношений отцов и детей. Это история о том, что такое настоящая родительская любовь, что такое настоящая ответственность. Очень многие родители воспитывают своих детей, призывая их там условно не курить, при этом сами курят, или требуя от них одно, сами этого не делая. Вот воспитание ребенка самое трудное и самое тяжелое – нести ответственность за то, что ты от него хочешь, от него требуешь. Если ты хочешь, чтобы ребенок встал на ноги, и ты ждешь от него как бы каждодневной работы, конечно, работаешь с ним сам. Ты не можешь оставить ребенка один на один. Наша история про отца, который не оставил один на один. Он в своем желании, требовании быть таким, как все, был всегда рядом. Это самое важное. Георгий уроженец нашего города, и он частый гость у нас. И уже стало доброй традицией, когда свои последние работы Георгий сам лично приезжает, чтобы представить гомельским зрителям. И это вот в нынешних условиях, вот год малой родины, для нас это очень важно, потому что не так много кинематографистов, которые добились больших успехов, которые действующие, ныне живущие, и которые способны сегодня вот в нашей сфере, в сфере кино, но показать плоды своего труда своим землякам. Галоўнага героя у дзіцячыя гады сыграў Ілля Разанаў. Юнаму артысту дасталася непростая задача – перадаць пачуцці маленькага інваліда, які супрацьстаіць бязлітаснаму свету вакол яго. Ролю дарослага Саша выканаў малады актёр тэатра і кіно Рэналь Мухаметаў, а ролю бацькі сыграў вядомы расійскі актёр Іван Ахлабыстін, які адзначыў, што гэта лепшае, што ён рабіў у кіно. Мне панравилось. Тем более Іван Ахлабыстін. Картина философская, да, очень поменяла мой взгляд на жизнь. Так что, может быть, после этого фильма придется пересмотреть некоторые подходы к жизни. На суд широкой публицы фильм будет представлен 13 вересня. И организаторы показу шчыра спадзяюцца, что гомельские глядачи поддякой откажут на посыл, який змяшчается у киностужцы. Павел Міхно, Ігор Марышченко, телерадио компания «Гомель».